Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Кировский фонд капитального ремонта получил право распоряжаться деньгами жильцов. Такое решение было принято сегодня на областном законодательном собрании. Все средства, поступающие за капремонт каждого муниципального образования, отныне будут переводиться в общий котел региона. То есть из Кирова, например, в Фаленки, где со сборами проблемы. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому тариф за капремонт будет устанавливать не только правительство области, но и депутаты Заксобрания. С нового года, напомним, тариф может существенно вырасти. Еще один проект сегодня выдвинул Николай Дубравин. Депутат предложил уменьшить должностные оклады всех чиновников, госслужащих и даже губернатора. Проект предполагал также сокращение отпусков и урезание социальных гарантий. Предлагается исключить пункт о предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Ну, зарплату у них и так достаточно, купят, я думаю. Такая идея не нашла поддержки у депутатов. Еще одна инициатива Михаила Конышева о смене часового пояса также не понравилась собравшимся. В итоге большинство депутатов проголосовало против перевода стрелок на час вперед. Но точка в вопросе до сих пор не поставлена. Депутатами рекомендовано решить проблему на всеобщем референдуме.